Привет, друзья! Меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня хочу предложить вам приготовить вместе со мной очень вкусный, быстрый слоеный пирог. Все необходимые нам ингредиенты я укажу в комментариях под видео. Ну а сейчас давайте приступим. Я заранее отварила шпинат, брынзу натру на терке. Лук зеленый у меня домашний, нарежу мелко. Перемешаю между собой все ингредиенты. Форму для запекания смажу сливочным маслом. Раскатаю слоеное тесто и уложу его в форму. Сверху начинку. Оставшееся слоеное тесто нарезаем на тонкие полоски и укладываем их сверху. Тесто смажем яйцом и отправим в разогретую духовку выпекаться при 190 градусах до полной готовности. Не забываем о сливочном масле. Его кладем сверху. Друзья мои, вот такой обалденно вкусный пирог у меня получился. Всем советую его приготовить. А кому понравился рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся с друзьями и до скорых встреч. Пока-пока!